Gamers. But you're very interested in the games, right? Otherwise you're not here. Cool. So, Jean-Claude has to tell us a little bit about his game. I have the microphone here. Программировал эту игру буквально за сегодня, вчера придумал концепт. Достаточно простой, вы, наверное, все знаете аналоги этой игры на айфоне. Вам нужно с разных сторон тапать просто по экрану, и ваша линеечка заполняется, вы должны перетапать другого персонажа, собственно. На этом процессе была и построена игра, только здесь 4 персонажа, и вместо как контроллер выступает MIDI-контроллер Novation Launchpad. Он создан, собственно, для работы с Ableton Live, но, как и любой MIDI-контроллер, может подойти сюда. Выглядит это все вот таким вот образом. Здесь не совсем видно, но в каждом углу есть квадратик, который обозначает текущего персонажа и ваш цвет. И на MIDI-контроллере вы тапаете по нужной клавише, и ваш цвет начинает доминировать на лайв-видео, которое снимается в живом времени с камеры ноутбука. Но главный момент этой игры в том, что каждые 5 секунд у случайного игрока появляется возможность выключить кнопку одного из оппонентов. Выключить на небольшое короткое время, чтобы заставить его там откатиться в прогрессе. Собственно, все сопровождается достаточно дурацкими звуками, и это достаточно весело просто потапать и поразвлекаться. На этом все. Хочу сказать спасибо Торстену. Thank you for workshop. It was great. Thank you. Thank you. It's a great game. You have to play it. Right? After my lecture. So, and now we have another very cool game. This is also a game we can play, actually, right? Okay. Who wants to present this game? You want to take over this? Thank you.
Игра называется Never Miss the Last Friday of Summer, потому что это было подписью к одному из слайдов книги, которая лежала на столе, пока мы придумывали. Вот. Игра достаточно странная, сделана в лучших варварских традициях. Мы поработали над темой «Игра, которая не работает». И она не работает в том плане, что она не работает без нашего участия. То есть любая интерактивность происходит за счет вмешательства в игру как минимум трех человек из команды ее создававших. Без этого ничего работать не будет. Правила игры достаточно просты. Две команды по 4 игрока и поле 4 на 6. Каждый человек должен выбрать место, которое он хочет занять, еще не зная правил игры. Будет неинтересно играть, если я расскажу правила. Как быть? Ребята, как быть? Ладно, окей. Далее цель. Каждая команда должна занять... Ну, здесь как раз речь идет о том, что игроки должны были, если бы я не сделал это приветственное слово, думать, что они играют с компьютером, а потом в итоге осознать, что два демиурга или три просто управляют всем процессом игры, и игроки, по сути, сами являются пешками в этой игре. Вот. Вот так. Игра, которая не работает. Oh yes, please. Мы придумали тоже одну достаточно интересную игру, как нам показалось. Основной смысл игры мы сделали так, чтобы пользователи, несколько пользователей должны были, собственно, исправить то, что мы сломали. Локально или обширно, это не важно, и знакомство с новыми людьми. Дальше, в принципе, ее можно доделать с различными микроиграми на разные тематики и так далее, и так далее. То есть мы придумали только три уровня, но главный смысл, что несмотря на то, что физически она разделена на несколько уровней, мы их сделали максимально прозрачными. То есть пользователь даже не понимает, что он уже вовлечен в какую-то игру. Придумали такое название. Собственно, суть в чем, когда вы скачиваете себе приложение, вам предлагается, значит, ввести некий код для того, чтобы начать приступить к игре, но попытаясь проскроллить, у вас ничего, то есть это, собственно, весь стартовый экран, и больше ничего не происходит. Вы же ломаете голову, почему я не могу ввести, собственно, код, обращаетесь к помощи, и там вам подсказывают, что, к сожалению, часть экрана попала на устройство другого человека, и показывает его геолокация, собственно, вы его должны найти. И когда вы друг друга находите, вы прикладываете, значит, два своих аппарата, видите, что здесь полноценный интерфейс, есть код, вы можете продолжить игру. Это, значит, своеобразный второй уровень, где происходит якобы загрузка этой игры, но, опять же, загрузка останавливается. С помощью вам говорят, что часть байтов, которые принадлежат вам, попали, опять же, к другому человеку, вы опять отправляетесь на поиски этого человека. Находите друг друга, все закачивается, и вы попадаете якобы уже в саму игру. Вы нажимаете кнопку play, играет музыка, и опять же ничего не происходит. Знак вопросика подсказывает вам, что где-то есть человек, у которого есть синтезатор, ну, в смысле, 7 клавиш, нажимая которого, вы должны повторить звук, который вы услышали. И здесь еще есть такой эффект, что даже если вы... Тот же принцип с геолокацией, но дальше вы человека опознаете по звуку, потому что если играет больше, чем два человека, каждому выделяется своя собственная мелодия, и опознать свою пару вы сможете только, значит, находясь в близком радиусе действия, нажимая клавиши и слыша, где играет именно тот звук, который вы производите, издаете. Ну и, собственно, дальше это можно добавлять различными мини-играми, это все, что мы успели придумать. К сожалению, мы успели сделать только один уровень, как раз вот про клавиатуру. Единственное, что это скорее больше динамика и механика демонстрации, то есть это не возможность прям поиграть, там какие-то ачивменты получить. Но, в принципе, в третьем зале вы сможете увидеть, как это выглядит в браузере. Ну и главное, применение для этой игры — это, конечно же, различные
фестивали, open-air, где есть большая территория, но достаточно ограниченная, где люди зачастую приходят поодиночке и могут таким образом в перерывах между концертами или какими-то мероприятиями еще провести время, играя в этот квест. Ну и дальше распространение, собственно, на до городского масштаба и даже, может быть, всемирного. Да, можно потратить 5 лет, чтобы найти свою пару где-нибудь в Нью-Йорке. Спасибо. Что-то с монитором, мне кажется. Это игра о настоящем городе в Сибири. Это что-то вроде SimCity, но абсолютно о реальном городе. И цель игры в том, чтобы научить всех желающих, и в первую очередь местных жителей, чувствовать город своим и менять в нем что-то. Это такая большая акварельная карта города и специальные места с 3D-пространством, по которым можно путешествовать. В игре можно ходить, строить что-то и стрелять из пейнтбольного оружия по каким-то неприятным персонажам. Итак, Канск 2020. Это игра как спецпроект Каннского международного архитектурного фестиваля. И это такая анимация простая, которая будет присутствовать в игре. тысячи жителей. В общем-то, это кусочек карты, это набережная и огромный парк на берегах и на островах реки Кан, где будет происходить главная фестивальная площадка, и как бы первые стройки происходят именно здесь. Это кусочки, пазлы, из которых состоит набережная и большой парк. И они как пазлы складываются вместе. То есть присутствует такая акварельная графика, но те места, в которых вы попадаете, путешествуя по карте, они будут абсолютно реалистичные, и в них на самом деле можно что-то построить, визуализировать, выбрать какие-то проекты или сделать их самостоятельно в нужной для вас последовательности. И целиком игра будет представлена, какая-то промо-версия будет представлена уже зимой, а целиком на фестивале в следующем году. И это как бы особенность игры, которая на выставке будет в том, что она будет с одной консоли, соответственно, каждый последующий игрок будет продолжать действие предыдущего, то есть такое коллективное творчество в масштабах всего города. Это проект первый конкурса прошлого года. Мы в этом году строим лавки Авакумова, Чельцова, Мизина и победителя прошлого года. А это такие ролики конкурсу этого года. Это фонари, фонтаны и мосты. Тут объясняется, зачем в принципе это нужно. И, собственно, кусочек карты, который осталось. Такая управляемая карта, можно переключить день-ночь, можно управлять корабликами, включать-выключать фонарики, фонтаны и так далее. Я почему-то очень быстро перелисталась. Мне помогала Аня Шевченко и нашему куратору воркшопа. Стрелки. Thank you.
Всем привет. Меня зовут Саша. Я представлю, наверное, последнюю игру, которая на этом геймджеме получилась. В нее можно поиграть в третьей студии. Мне кажется, она очень крутая. И сейчас я вам объясню, почему. Называется она The Game. Это наше знание английского языка замечательное. Мы что сделали? На экране поместили треугольник, к нему подключили контроллер от Xbox, и можно двигать треугольник по экрану. Это очень хорошо, поверьте мне. После мы добавили квадратов, и их надо убивать. Это еще лучше, поверьте мне, вам очень понравится. Вот управление запомните, потому что там вряд ли кто-то будет стоять вам подсказывать. Верхняя кнопка «Рестарт», нижняя «Огонь», влево-вправо «Двигаться». Выглядит это все приблизительно вот так. Пока что непонятно, в чем сложность и как это относится к топику геймджема, что игра не работает. Не работает она следующим образом. Когда вы стреляете, у вас вылетает пуля и пытается вас убить. И вы убегаете от своих же пуль, которые кружат вокруг вас, они летают по всему экрану и убивают параллельно вот эти вот квадраты замечательные. Собственно, заканчивается она, как правило, таким образом. Вряд ли кто-то из вас наберет больше ноля. Приходите, посмотрите. Спасибо большое. Просто на тоже. Thank you very much. I really like all these games and a big applause to all the participants of this global of this game jam. And hopefully this game jam helps that more and more game jam are happening here in Moscow, because I think it's a very good idea to create a community about around the medium, about an art form, what is very, very important, I guess, nowadays. So, now my presentation. I'm Thorsten Wiedemann, founder, this is my Twitter account. And I'm doing festivals with Amaze. So I have a festival in Berlin. What is in April? It's about independent games, and the international independent game scene comes to Berlin once a year and try to win an award. So we have four awards. One is the most amazing game, the overall best game. Then we have the Human Machine Award. What is the local multiplayer award, where two people or more people playing together, I'm gonna show later some examples, and connected to a machine. But the machine must be not visible. So it could be as well somewhere and you have something in your hand, and but you're not in front of a screen or you're away from the keyboard. And the third award is the What the Fuck Award. What is the award for glitch games, punk games, art games, all the games you normally don't know when you're not inside the community. So this festival helps to make all these games visible, and especially all the independent game creations. And we have as well an audience award, and for next year, because virtual reality is a big buzz right now, probably most of the people know about the Oculus Rift or Sony Morpheus. Everything has to be now in 3D, and we have to wear glasses, and so we need as well an award for this, because a lot of game developers trying new stuff, and very, very experimental and cool stuff as well. And then, right after this workshop, I go to Berlin, and then I fly to Johannesburg, because the festival, the next Amaze Festival is in Johannesburg from the 10th to the 13th of September. It's kind of a copy-paste festival, just in Africa. And I bring some European game developers and media artists to Johannesburg to meet this community, to exchange, to learn more. Make connections, to come over to Europe to show their games, and so on. I mean, festivals are about meeting people, right? To creating a kind of a moment where everybody comes together and show their game and having fun together. And of course we have talks, lectures, and workshops, and game jams, and a lot of games to play. So this is in Berlin at Urban Spree, it's in Friedrichshain, and so this is the place where it's going to happen. This year we had around 4,000 people there,
We had 500 professionals there, and then the general public who like to play all the games and play all the installations. So I like punk rock, so this is something what is essential, especially for the DIY world. So to be rough, to just try out, make something happen, you know, you just have an idea and you do it. This is very important, you just do it. And this is a kind of a fan video somebody did with wine. Yeah, this is the award. This is the award for the most amazing game. So it's out of silly. He did it actually because everybody was looking in his window, what he's doing. He wants to have this privacy. Yeah, thanks a lot. And hopefully this inspires you to make games and playful stuff, and hopefully I also have the chance to come back and do maybe a small festival or something like that about this. I see a lot of people already here. Everybody loves playing, right? So, if you have any questions, please let me know. Okay, thanks a lot. Oh, you have questions. Many questions. Okay, back to the questions. Game about anything, you know? I mean, it's really kind of, and you saw it in the game jam, so we had this idea of making a game that game doesn't work. So, and there are kind of games what you can play around this topic, and it's more this kind of game jam idea I really like, because it's really bringing people together and sharing the same passion. And I did one game. It was a three-button game, so where
was for the Global Game Jam, where you you see in front of a snake. You can just move the snake through the sand by typing the fingers in the same rhythm. When you keep them in the same rhythm all the time, then the snake moves. When you are out of the rhythm, the snake falls back. And the goal was to bite yourself into the tile, to the end of your snake. I mean, it's never published. I don't want to publish a game right now. And I don't have time to make games. Of course, you really have all the time. You have ideas. Yeah, we can do this and this and that. But you need a team, and I can't code. I'm not good in art, music, also not very well. So I think I skip this. Yeah, I'm doing this festival. Yeah. Thank you. Thank you very much.